То есть проблема со штатом. Скоро некому работать будет, люди разбегаются. Одни по причине того, что не хотят заразиться. Вы знаете, сколько умерло уже, только врачей сколько умерло. Еще же умирают не только врачи. Вот. Кто-то боится ковида, кто-то просто не устраивает условия труда, не в смысле быта, а в смысле оплаты. Ну, сейчас за такие деньги, вот если говорят по Украине, зарплата средняя 13, то у меня ставка врача высшей категории 27,6, вот последний корешок 6,750, вот так. А ковидные вам не доплачивают? Я вот это был на больничном, не знаю. Говорят, там что-то кинули, ну, как, uh-huh. какую-то сумму. Не знаю. Я болел, я сейчас как бы... Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что заражение происходит в том числе и от пациента, потому что травматологические пациенты, они же заражены ковидом, получается. Смотрите, да? Я сам ПЦР сдавал дважды. Это основной метод диагностики, помимо КТ и прочих вещей. Если я, допустим, сдавал во вторник ПЦР, то только в субботу получала результат. У меня сейчас лежит больная, температура 38 на протяжении уже многих дней. Мы взяли у нее на ковид, неделю назад тишина, нет результата. Мы ждем, но она лежит в общей палате. Мне ее перевести в изолятор, нужны основания, документы. Она же может возмутиться, сказать, что ты у меня в изолятор перевели. То есть как бы, вот, ну это же не этой больницы касается, это общая ситуация. Это в общем ситуация по стране, да. Такая. Вот. А так внешне нормально все. Как бы, я еще пока путаюсь в кабинетах даже, я так хожу по коридору, ой, сюда ли я зашел.